Наши люди грязи не боятся. Тем более, когда речь идет о продовольственной безопасности. Проверять, как сработало сельское хозяйство в этом году, городские власти начали со стройки новых коровников в селе Русском. Год стройка была заморожена. Возобновились работы благодаря правительственным гарантиям и кредиту. Новая ферма на 1400 голов начнет работать следующим летом. Коров здесь будут держать без привязи. Это современная методика. Больше воли, лучше удои. И на всех животных понадобится всего 25 человек персонала. Правда, молочные реки сразу не потекут. Вообще у нас падает поголовье в Кировской области и в стране. И падает валовый объем молока. Поэтому, в принципе-то, то есть мы, вот построив эти комплексы, мы, по сути, только восполним потери, которые сегодня, ну, тенденция идет к уменьшению. Горы картофеля – следующая линия обороны от продовольственного кризиса. При температуре ноль стратегические запасы самого народного овоща доживут до весны наверняка. Экономическая нестабильность на урожай в 2009 году никак не отразилась. Идет на консервный завод, идет, значит, на ферму, идет стандарт продажи. Зато здесь появилось больше работников, которых сократили с предприятий в Кирове. Возможность заработать в пригородном хозяйстве от 5 до 7 тысяч рублей – теперь хорошая подмога для семейного бюджета. По словам городских властей, сельское хозяйство в Кирове кризис ощутило не так болезненно, как промышленность. А главное, качество не упало. На прошедшей в Москве выставке наши производители заработали почти 100 медалей, из них половина золотых. Экономические неурядицы лишь показали лидеров и отстающих. Кризис – это есть толчок к тому переосмыслить, посмотреть, перестроить свое производство и двигаться вперед. Если ты это сделал, то ты сделал правильно. Если ты этого не сделал, даже и в кризис ты все равно будешь работать в будущем. Голодать в этом году не будем, обещают сельхозпроизводители. А вот как с ценами на продукты – это другой вопрос. Инфляция продуктовой корзины в регионе по сравнению с прошлым годом составила около 5%.